Сегодня я ей купила чуть-чуть одежду, хочу посмотреть, что она мне скажет, что ей понравилось, что нет. Я же вам сказала, что я ходила брюки ей менять. А ну, посмотри, давай, вытаскивай. Давай, посмотри. Покажи и примерь. Она же у меня раздетая. Так, посмотри, там бумажка есть внутри? Да. Да. Нет бумажки. Intenta pillarte tu pantalón. Угу. Но наоборот. Вниз. Давай вниз. Si, давай вниз и давай примеряй. No sé cómo se cogió tu número. Uy. Маленький, большой. No, no. Ahí está, sí. Para este año. Me duele. ¿Dónde te duele? Больно? Aquí. Pues si te duele, entonces que no te vale. Tiene que ser. Тебе маленький, а на один другой тоже. А ну походи. Y yo sé que tú estás de 34 para adelante. Но утро 36 и 35, и до этого и навали. Эти размеры, ребята, не могу понять. Не могу понять эти размеры. Вот сейчас я купила 34, она говорит, что ей жмет. Покупаю 35, она говорит, что она в них купается. А ну давай, встань, походи. Маленький, только честно. Да. Que notas? Que te da la punta? Pues le está dando la punta, cariño. Давай снимай, давай посмотри другие. Блин, ребята. Entonces la otra igual. Сейчас посмотрим. Фабриканты. También puede variar, sí, ¿verdad? A ver, saca la cierra, a ver si... А ну давай другие, примерь. Это тоже сапожки. А ну. Бумажку посмотри, а резинку, да, вот так, убирай. Открывай, открывай. Нет. Нет, да? На другую ножку? А это хорошо, да, ну, слава богу. Я же так переживаю, ребята, чтобы ей холодно не было. Давай примерь другую. Тебе нравится, да? Я увидела это и сказала, ой, это для моей кайтаночки. И вот это по минина. И тема сон де пьер. Они еще чисто кожаные, хорошие. Внутри тоже кожаные. Sí, pero es diferente fabricante, Cayetana. Con que el tío valía un poquito su forma. Так, а ну давай, проходись. A ver. Bien bonitas que son. Да, мне нравится. Тебе нравится, Кайтана? Будешь одевать? Как не знаешь? Notas algo presión desde la punta, ¿cómo notas? Es que es nueva, Кайтана. Это они новые, поэтому nueva, чуть-чуть дома походишь, и тебе будет хорошо. А ну давай, а теперь одежду показывай. Снимай сапожки. Вот, ребята, они такие симпатичные, они мне очень понравились. Tiene pinta de ser grandota, fíjate. Ah, no. A ver. Sí, pero su tejido está antes que el otro. Uh-huh. ¿No te das cuenta? Está antes. Y por eso a ella la da. Si tú ya estás con un 35, cariño. Esto lo vamos a poner en su sitio. Так, теперь давай одежду посмотрим. Вытаскивай все потихоньку, давай. Посмотри, это тебе нравится или нет? Только честно мне говори. Если одевать не будешь, мне меняют и все. А ну давай, примеряй. Я фашен. Ты фашен, да? Мне очень понравилось, Кайтана. Мне очень понравилось, и я не могла устоять. Она такая коротенькая, ага, вот так специально.
Она такая короткая, детям нравится, говорит. Сейчас. Тебе... Ну да, но снизу футболка. Футболка висит, и все, белая футболка. Давай другую. Оно, этот хосе мне очень понравился. Эстеван, а юдалю, а я китарлю. А ну давай вставай, снимай этот. Это китар. Вот он? Нравится. И она приятная даже на ощупь. Но я им поко фаши. Поко хэви-метал. Ой, ребята, как мне понравился вот этот свитер. И он такой еще не дешевый, ребята. Но, это только кредит, а но пика, кариньо. Поэтому я тебе его купила. 35 евро, ребята. 35,95. Ты лохуру? Верда, я не пикала. Sí, sí. El mismo tejido había para hombre. Míralo. Vamos, Поэтому míralo. Я тебе и купила его, потому что я знаю, что ты говоришь. Колет, молит. Отпускай чуть-чуть. Ага. ¿Qué notas aquí? Que tiene los brazos al aire. Nada. Sí, es un tejido... Qué guay. Не нравится, да? Yo lo sabía. Давай снимай. Хорошо. Не нравится? Не нравится. Как он мне понравился, ребята. Джинсами, вау, No tiene nada que ver. Debajo de esto no vas a llevar otra cosa larga. Llevas una майка como esta, ¿me entiendes? No, algo parecido. Porque llevo manga corta. Хорошо, дома промеришь sí, еще pica, раз. Calle. Так, давай другую вытаскивай. Si te va a picar en el cuello. Брюки последние. Нравится? Не знаю. Мне кажется, шикарно будет. Давай с первого свитера. Показывай другое. Еще не мола. Сейчас посмотрим. Смотри, какой цвет красивый. Это тебе нравится, даже? No sé, cariño, son símbolos, porque eso es símbolo de... De ellos, de Benetton. ¿Te lo pongo? Давай, primer. Venga, va, a la carga, vete. Mueve la cabeza. Ой, как на тебе хорошо. Сейчас примерим джинсы. Джинсы говорят, что ей не нравится. Ну, джинсы не нравятся, мы тебе поменяем на другие. Хочешь узенькие джинсы? Есть там узенькие. Истричито керес. Бакерус истричитос. Вот я тебе возьму бакеру этот. Кофточка нравится? Это да. Это тоже. Но это нет. Это пика. Тогда поставь, смотри, этот, поставь это все вовнутрь, обратно. Свитер поставь обратно. Другой свитер. А, другой. Который ты не хочешь, да. Другой свитер Mira, поставь. Dentro del papel, Cayetana. Aquí-то тикет. Это вовнутрь. Сейчас и джинсики вовнутрь. Короче, ни джинсы она не хочет. Ни джинсы она не хочет. Ни этот. Джинсы сколько обошлись? Джинсы 30 евро обошлись. А свитер мне так понравился. Он такой мягкий, ребята. Он такой мягкий. Мне он очень понравился, но не хочет, не хочет. Она говорит, что посмотрите, какая вязка хорошая, и все. Но она не захотела. Говорит, что нет, не нравится ей, и все. И не будет она это одевать. Судадера. Это паре камбия. Да, эти, и сапоги тоже, короче. Ага, короче, ботинки самое главное, что другие есть, а то я так переживала, Кайтана, что ты это самое, что ты мерзнешь в школе. Ты мерзнешь в школе, да, ножки? Нет? В школе нет. В школе нет? Ну вот так, идем мы кушать сейчас. Ну вот так.